Итак, всем привет, мои дорогие друзья, с вами как всегда я, Русик, и в этом видео мы разберемся, нужна ли оптимизация на Windows 10, то есть мы замерим, сколько будет FPS в GTA 5 без оптимизации, то есть без удаления картаны, там OneDrive, всякой подобной фигни, и сколько будет FPS со всякими способами, так сказать, оптимизации Windows 10. А, да, я также хотел предупредить то, что винда была абсолютно чистая, то есть кроме GTA 5, ну, ничего не было, никак абсолютно не настраивал, не устанавливал обновленные драйвера и всего подобного. Итак, оптимизация проводилась следующими способами. Первый, значит, это установка файла подкачки. Кто не знает, это, так сказать, кэш, который отгружает оперативная память ненужные данные. Вот, то есть, когда оперативная память у нас забивается, она просто-напросто неиспользуемые файлы откладывает в файл подкачки. И, в общем, я на каждый диск по 10 гигабайт файла подкачки выделил. Следующий, то бишь второй этап нашего оптимизончика заключается в обновлении драйверов. То есть, как я раньше уже сказал, драйвера все были старые, которые устанавливал по умолчанию винда. И, собственно говоря, я установил с помощью драйвер-бустера новые драйвера. Следом за этим была настройка панели управления NVIDIA. Потом следовал у нас unpark процессора, то есть выставление процессора на полную мощность. И, наконец-таки, финальный этап нашей оптимизации — это Windows 10 Tweaker. А в Windows 10 Tweaker сразу идут несколько пунктов, такие как отключение ненужных служб, подключение телеметрий, то есть отслеживание действий, отключение и удаление картаны, Microsoft Store, приложений Xbox, OneDrive, OneNote и прочей всякой хрени от Microsoft. Идущая сразу с виндой. Итак, поехали. Watching me on the step, going through the bank, but I gotta step back. Even though God is the principal,
это Мурауза. Damn, son, where'd you find this? Итак, друзья, вы посмотрели, значит, тест без оптимизации и с оптимизацией, увидели весь процесс, и, собственно говоря, вы можете самостоятельно замерить что-то как, и лично вот сейчас мое мнение, FPS стало, да, больше, лаги и фризы появились. Если резко поворачиваешь камеру, то либо статтер, либо какой-то пролаг будет, поэтому решать вам, если вы хотите оптимизировать, оптимизируйте, у каждого компы разные, и собственно, результат может быть у вас совсем отличаться, нежели у меня. Ну, а я хочу вас поблагодарить за просмотр. Все подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Донат в описании. Всем удачи, всем до новых встреч, всем пока.